Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Димон Channel, я Димон, а это мой channel. Сегодня опять же проходим Wolfenstein, The New Colossus. И сейчас мы седлали, блять, псину. Вот смотрите, что мы можем: ходить влево-вправо, точнее вправо-влево, блять, точно псина? Ну да, ну вот огнем пуляет. И интересно посмотреть, на что она способна в умелых руках, да. Так что погнали, все. Так, там что-то находится в машине, а брать я не могу, могу я слезать с нее? Так, нет, ёбу. Так, с неё слезать не могу, и всё. И здесь получается он такой, блядь, танк, только я наверху брони. Всё. Так, ну, непривычно, ладно. Ух ты, блядь. Насколько он дальнобоен? Сейчас проверим. Ну, бля, будем просто идти, блядь, и все, и наповал все срубать. Здесь, в принципе, другого не дано. Так, это у нас кто этот? А, это бронированный. Здесь надо просто все идти наповал и все, и валиться, потому что ибо хз. Так, здесь пытается сопротивляться, но сопротивление бесполезно. Так, где-то вот здесь. А, вон он. Блять, они еще так нападают, блять. Как будто не боятся нихера. Бля, короче, да, надо чисто здесь, бля, пробираться, все. Иначе, блять, а иначе что еще делать? Иначе ничего. Так, без света херово. Ну-ка, это что, могу я его сбить? Так, надо, блядь, с тыла всех убирать. Так, тыл должен быть, он просто чистый. Так, там что-то дурачок этот, блядь, бьется, видимо, головой. Так, гори. Здесь, в принципе, наверное, одного попадания хватит, да? Чтобы он, ну, чтобы челы сгорели, надо будет протестить. Вот. Ну-ка, тесты. Вот, Тому больше надо, он в броне. Вот, давай-ка вот двое этих. Как они сгорят? Так-с, ну. Да, в принципе, не обязательно здесь сильно так вот и палить. Ну. Когда казенный огонь, то почему бы и не покуражиться? Так, где там кто? Давай-ка сходим к нему. Привет. Ай, блядь, как ему жарко там. Поддал пару, называется. Ну-ка, бронюсь, я буду брать. Он будет устанавливаться? Да. Он восстанавливается, эта псина восстанавливается после того, как он опиздюлился, да. Это прекрасно. Ну, слушайте, хочу сказать... да, вам хочу сказать, что это такая серьезная машина для нагиба. И куда идти дальше? А, вот, где-то там справа, понял. Броневик? Не, броневик, он сильно, блядь, бронирован, чтобы взорваться. Так, засланцы. Где эти засланцы сраные? Так, блядь, это что-то конкурент, что ли, мне? Да, не, ну брось ты. У меня даже на один зубок не это самое, не того. Они даже... Иди-ка сюда. Бля, зато так освещается хорошо, в принципе. Надо постоянно так идти. Так, добегался бронированный. Бля, заманили меня, бля, в цех. Сейчас пиздец меня разберут здесь. Цеху-то проще разобрать будет, наверное. Так, пока двигаюсь правильно. Оп, кто это?
А, не, я думал, автоматически пополняется. Но нет, в итоге, когда по этому по бронированию проходишь, где у него разбросаны детали его. Ух ты, блядь. Жестко, жестко было. Блин. Он жестокий тип. Надо быстрее съебать. Но выгнули для меня позицию. Все. Он просто нахер. Просто изничтожил. Блять, нормально хпшек так подснимал. Если сказать, что он, блядь, не снял, много снял, так сказать, ничего даже не снял. Он очень дохерища снял. Так, ну здесь ладно, здесь хорошо, здесь нету... А, что, здесь не спрячешься, сука? Да, здесь нету, где он, допустим, они могут укрыться, на крыше или еще где-нибудь там, блядь. Не на крыше, а на верхнем ярусе. Все, надо быстро начинать, потому что иначе они меня сейчас расхерачат полностью, блядь, вот полностью всего. Так, им достаточно, да, там? Им точно теперь не холодно. Прекрасно. Но дело в том, что у меня очень мало осталось... Ну, не очень мало, а мало осталось здоровья. Так, вон кто-то с фонариком ходит. Упс. Ай, он лошара, блядь, пизду. Так, подсъебать надо пока. Так, они все, они начинают меня, блядь, крошить, суки. Вот, все. Вот, а теперь я брони взял. Вот теперь им... Теперь им лучше, блядь, просто съебать. Сейчас еще наберу. У-ху. Ну ладно, давай ты, блядь, ты сильно не будешь скрываться от этой... От моего пламени, блядь, раскаяния. Да, вот, кстати, вот полезный этот робот. Его разобрал, блядь, теперь все, теперь у меня полностью... Полностью, блядь, полное здоровье. Просто как факела. Я чувствую, сейчас на Авито будет объявление, блять, на это, на работу на третий рейх, блять. А вы не забывайте пока ставить лайки, кто не подписался, быть подписанным, потому что очень много смотрит не подписанные. Так что давайте-ка. Ух ты, ух ты. Подписались и лайкос. И комментарий, как бы вы на этой собаке бы отъездили бы хорошо. Я думаю, такую собаку корейцы точно забоятся нахер. Они ее не осилят, у них не переварят. Не переварит желудок эту собаку. Так, это офицеры был? Да, офицеры в плаще. Блин, это ощущение, что собака хромает. Так. Но сюда тебе явно не пролезть. А, ё-мо. И что? Как мне теперь где слезть с него? Ой, блядь, потерял все. Как слазить? А, вот, на Ctrl. Все, слазим на Ctrl.
Так, выбираемся. И уже, в принципе, следующую серию начнем именно с отсюда, потому что эта серия была основана для того, чтобы погонять на этой собаке, блядь, на мех убить собаки. Так что не забывайте подписываться, ставить лайки. До свидания.